Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет прогулка по магазину «Лента». Погуляем с вами, а закупка уже будет сразу после этого видео отдельным роликом, так как не все любят смотреть тот или иной вариант закупки в «Ленте». Могу сказать, что сейчас мало как-то, на мой взгляд, акций. Обычно в «Ленте» то посуда распродается, то еще что-то, знаете, вот прям много-много всего навалено. В этот раз нет, там какие-то конфетки, печеньки, соки, в общем, ничего такого интересного. Что касается сада, огород, так там вообще практически ничего нет. Но кое-что я купила, сейчас дальше вы уже увидите. Езжу я в «Ленту», вот меня как-то спрашивали, почему так мало народу. Еду я в «Ленту» часов в 11. Примерно в 12, вот примерно в это время я все время в «Ленте». Позже не езжу, потому что лично в нашей «Ленте» очень много народу после 3 часов. Вот как раз что касается сада-огорода, распродажи тюльпанчиков. Тут вот прям, видите, ящиками они валяются. По 139 рублей упаковка, ну тут разное количество. Вот такие это тюльпанные крокусы вместе. Хотела их взять, а потом вспомнила, что у меня есть и белые, и вот такие синенькие крокусы, поэтому решила не брать вот такой набор. Вот, ну и тюльпаны. Тюльпанов вообще, в принципе, много не бывает. Мне кажется, очень симпатичные, но, как говорится, не факт, что вырастет то, что и на упаковке. Ну, не знаю, посажу, весной посмотрим. Вот, ну и для самого сада там на самом деле не так много. Вот здесь вот еще тоже тюльпаны. И статуэточек, вот статуэточки, да? Ну, вы поняли. Вот только вот это и все. Больше особо ничего не было. Ну, посуда, конечно же, вот такие деревянные, но деревянные не беру, потому что не хочу мыть руками, хочу запихивать все в посудомойку. Вот такие тарелочки, но на самом деле ничего такого особенного. Бывает, знаете, заходите, и прям очень много всякой разной красивой посуды, кружки и чего только нет. Вот, а сейчас как-то вот, причем вот этот отдел его перенесли там, где обычно все для автомобилистов, да, для автомобилей, вот туда его принесли. Всякие пакеты, ну, я, кстати, ничего не взяла, вот, и кастрюльки тоже, ну, такие формочки деревянные всякие, ну, в общем, ничего такого, знаете, чтобы вот прям заострилось внимание, не было, и вот посуда это и все такая на распродаже, вот, немножечко тут рюмочки всякие, в общем, ничего особо интересного, ну, и, конечно, канцелярия, маленький стенд с канцелярией, я так понимаю, это остатки с 1 сентября, вот оно мне надо, но подзависло, как всегда. Обожаю канцелярию, обожаю всякие ручки, блокнотики, всю вот эту вот историю. Я не знаю, наверное, все девочки любят, я не знаю, напишите, вы любите или нет, но я всегда зависаю в канцелярии, мне надо все. Вот, я, правда, в этот раз ничего не купила, потому что, ну, как-то заставила себя уйти отсюда, вот, но надо же оно все, да, вот хотела взять вот такие скрепки, но потом подумала, ну, зачем они мне? На самом деле они мне ни к чему. Но вот как-то что-то вот, видимо, привлекло. Вот такие вот, в общем, по 69 рублей. Тут, ну, куча на самом деле всего интересного. Но лично для меня можно что-то, наверное, если школьнику что-то докупить. Вот тут сторона для девочек, с другой стороны как раз-таки. Все такое розовенькое, все. Ну все, оно вот, оно мне надо. Ну вот, видимо, надо. Вот, так что... Велосипеды тоже распродают. И, кстати, вот суховей, да, сушилка для продуктов. Вот, кстати, неплохая. Вот это Home Club. У меня, по-моему, чайник был от этой марки. Или сейчас есть чайник от этой марки. Но неплохая вот такая сушилка, на мой взгляд. И чайники вот на распродаже. Вот эти вот Redmond за 1500, считайте. Мне кажется, очень даже неплохая цена. Вот тут за 1700. Распродажа на макарошки Барилла, но не на все. Вот, я взяла только вот такие спагетти, потому что не на все... В общем, не на все пачки была распродажа, но какие-то были. Вот. Ну и соусы. Тут соусы, видите, тоже по распродаже. Увидите, что я в следующем видео, что я набрала их достаточно много. Какой-то новый кетчунес. В общем, на самом деле пошла просто за кетчупом, а в итоге набрала целую кучу всего. Ну и, как всегда, бытовая химия тоже на распродаже. Персил и Бреф вот эти вот. Но, кстати, я их поснимала, а взять-то забыла взять. Почему-то. То есть я тут поснимала, не знаю, что-то меня, видимо, отвлекло. Ласка все еще на скидке. И лоск. Лоск, кстати, капсулы мне понравились. И я в этот раз еще взяла жидкое
жидкий порошок, да, жидкое средство для стирки. Молоко, вот это вот домик в деревне по 56 рублей тоже взяла. Вот, и появилась хурма. Не знаю, вы в такое время покупаете хурму? Я почему-то думала, что она намного позже, что она где-то с ноября начинается. Вот, я не стала брать, но напишите, как вы. Она, кто-то мне когда-то писал, что зеленая хурма очень вкусная. Ну, не знаю, напишите, пожалуйста, буду ждать ваших комментариев. Вот, плавленый сырок тут тоже, вот, Виола была по акции, тоже взяла. Вот, сыры, вот, ну, ничего такого, на самом деле, что-то вот, видимо, после 1 сентября, там еще очень много ездят, переставляют стеллажи, вот, и, наверное, готовятся к какому-то празднику, вот, к октябрю месяцу, наверное, будут, я знаю, обычно тыквы очень красиво выкладывают там всякие, кстати, я в этот раз искала батат, но так его не нашла, очень хотела, взяла просто бутылочную тыкву. Грудка индейки была на распродаже 289 рублей, я, конечно, набрала, потому что это очень хорошая цена для грудки индейки. Филе бедра можно купить по такой цене, а вот грудку индейки нет, извиняюсь за свои волосы. Вот, поэтому я взяла аж целых 3 пачки. Из рыбы мне что-то ничего не приглянулось. У меня бывает такое, что я подхожу, смотрю на нее и ухожу. А бывает, вот подойду и прям вот много накуплю, ну, не знаю. А это очередь за мясом. Я, кстати, пошла потом посмотрела, что же там такое происходит. Не знаю, может быть, это индейку там набирали на вес, грудку индейки, но прямо видите, какая большая очередь. И не знаю, кто что набирал, потому что, ну, там еще фарш был на распродаже, а вот мясо, ну, там свинины или говядины на распродаже не было. Наверное, за грудкой индейки стояли, я так предполагаю. Ну и, конечно, хлебобулочный отдел. Мимо него не прохожу никогда. Тут всегда нахожу для себя много чего вкусного. Вот. И тоже, ну, тоже тут прошла, посмотрела. Вот. И вот там как раз, видите, такой молодой человек печет вот эти мои любимые лепешки в тандыре. Обожаю их. И вот выпечка, которая лентовская выпечка, тоже она очень вкусная. Бывает вот тоже на нее красные ценники, да. И тоже беру. Я все время беру вот этот багет. Он очень нравится. Он прям такой вот вкусный. И зачастую его здесь берешь таким прям тепленьким. Вот этот я взяла именно теплый. Вон там печка. Видите, раскладывают мою любимую лепешку. Ну вот как вот все, ну я не знаю, как мимо пройти. Еще аромат там такой стоит, вот этой свежей выпечки. Не только вот самой лепешки, но вообще вот этим, знаете, таким свежим хлебом пахнет. Только-только вот из печки. Это вообще просто нереально что-то. Питу тоже взяла я ее. Ну, я ее частенько беру, и мы делаем типа, ну, вот кто-то в лаваш закручивает, да, а мы в питу. Вот. Всякое там, листик салата и так далее. Ну, конечно же, я подошла, вот она, эта печка. Тут работают 2 молодых человека, и вот эта лепешка, ну, конечно, это, ну, я не знаю, очень вкусно он делает эти лепешки. Вот именно вот здесь, вот в этой ленте, нереально вкусная лепешка. Не знаю, вот этот вот мужчина, он просто повар от бога, наверное, по лепешкам этим очень вкусный. Вот я взяла себе 2 штуки, одну планирую съесть в машине. Ну что, вот столько у меня в тележке, всегда столько, я бы даже сказала, что в этот раз мало, так что идем на кассу. Ну что, девочки, закупилась я в ленте, оставила там 8000, я не могу оставить меньше и вообще уйти с хлебушком только я тоже не могу, всегда оставляю там много, мне всегда всего нужно. Вот, закупка непосредственно то, что я купила, как всегда, будет сразу после этого видео. Я сейчас приехала как раз забрать со школы ребенка, у меня есть 10 минут, и вы знаете, что я буду делать. Боже мой, это нечто. Это просто нечто. Она теплая, она такая вкусная, боже мой. Мне кто-то писал, что не понимает, что это лепешка, как лепешка. Нет, это не просто лепешка. Это волшебная лепешка. Она такая вкусная. Это просто, вот для меня это лучше, чем пироженка, понимаете? Но я могу съесть много. Это очень вкусно. Блин, девочки, это просто нереально вкусно. Она такая, знаете, с корочкой и внутри мягкая. Все это дело теплое. Просто обалденная лепешка. Обязательно попробуйте. Увидели, я там показала
печку из тандыра. Еще купила, это на кассе была, вот такая водичка. У меня, кстати, бывает такое, что у меня в чеке, в ленте что-то есть, а я это не показала, знаете. Я съела это в машине, пока еду домой. Вот такую водичку еще купила. Место силы. Облепиха, можжевельник. Какая она вкусная. Слушайте, святой источник, вообще молодцы. Она реально как будто бы с облепихой. Лепешка и вода. Меня спрашивают также, с чем я ем эту лепешку свою любимую. С водой. Просто без всего. Можно там с сыром, можно с чем угодно. Я ее ем просто так. Ну, конечно, я сегодня дома обедать уже не буду, поэтому... Здесь, конечно, состав какой-то экстракт можжевельника, вода питьевая, сахар, лимонный сок, фруктовые какие-то сахара, ну и ароматизаторы натуральные, регулярность, лимонная кислота, консерванты, конечно, вот в этой водичке есть. Но она очень вкусная, вот эта вот вода. Прям вообще с облепихой меня прям зашло. Я, наверное, просто голодная. Знаете, есть такая история, что когда ходишь по ленте, тоже, ну, там всякого, как сказать, ну, продукты, все они такие вкусные, все они такие красивые там лежат. И я вот всегда выезжаю с ленты, я мега голодная. Поэтому сейчас пожую немножко лепешку и пойду за своим сыном. Вот. Ну, а с вами я на сегодня уже буду прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Обязательно поддержите меня, ставьте пальчики вверх, оставляйте свои комментарии. И смотрите следующее видео, где я покажу уже все то, что купила. Всех люблю, целую и до новых встреч!